ата Адонай Элохейну Малых Аалам, Ашер Бахарбану Миколь Хаамин Матанлану Торато. Барух ата Адонай Нутен Хатора. Благословен ты Господь Бог наш, избравший нас из среды твоего народа и даровавший нам Тору. Благословен Господь Бог наш, дарующий нам Тору. Амин. Пожалуйста, присаживайтесь. Наша недельная глава называется «Дворим». Это название книги Второзакония. Это и называется она «Вот слова». Это пятая книга Торы. И она получила свое название у евреев «Слова Моисея», «Слова Моше». И с богословской точки зрения эта книга считается одна из лучших книг. Почему? Потому что она направлена на обновление Завета. То есть вся книга, глава Торы и вся книга, она говорит о том, что сделал Господь, о том, как Он вел свой народ. И если мы читаем, то красной нитью, в этой книге говорится об обновлении, потому что все нуждается в обновлении. Мы тоже нуждаемся в обновлении, природа нуждается в обновлении, наша техника нуждается. Для того, чтобы нам идти дальше, вступать в что-то новое, нам нужно обновиться. Вот. И я сегодня буду немножко не об этом говорить, но я бы эту главу бы назвал «Вспомни все, что обещал Господь». Потому что нам очень важно помнить то, что Бог обещал. Мы люди, нам свойственно забывать, и Бог, Он часто напоминает своему народу, напоминает нам, кто мы, куда мы должны идти, напоминает нам наши направления, для того, чтобы мы ободрились, обновились и шли дальше. И краткие события в этой главе. Эта глава, она нам напоминает израильтянам о том, что обещал Бог, и события, которые происходили на их пути. Событий было очень много. Были хорошие, были и не очень хорошие. Знаете, как будто пролистнулась вся жизнь. Бывает так, когда вы сидите и вы вспоминаете, как Бог вел вас по жизни, что вы прошли, и как будто вся жизнь, она пролистывается. И в этой главе говорится об обетовании о земле Ханаанской, данной Богом. Обещал Бог дать землю, обетованную народу. Было такое? Было, обещал. О том, как народ был обеспечен судьями, это тоже было, потому что один человек, он не может понести огромную сферу ответственности, поэтому важно, когда есть кто-то рядом, и важно, когда это не один человек, потому что тяжело нести все самому. Также в этой главе упоминается об их неверии и ропоте, вызванным докладом разведчиков. И такое тоже было. И о приговоре, вынесенном им за его ропот. И это было. И я бы хотел прочитать, это книга Второзакония, первая глава с 24 стиха. 24 стих. «Они пошли и зашли на гору, и дошли до долины Эсхол, и обозрели ее, и взяли в руки свои плодов земли, и доставили нам, и принесли нам известие, и сказали, хороша земля, которую Господь Бог дает нам. Но вы не захотели идти, и воспротивились по велению Господа Бога вашего, и роптали в шатрах ваших, и говорили, Господь, по ненависти к вам вывел нас из земли египетской, чтобы отдать нам в руки амореев и истребить нас. Куда мы пойдем? Братья наши расслабили сердце наше, говоря, народ тот более и выше нас, города там большие и с укреплениями до небес, дай и сынов инаковых видели мы. И я сказал вам, не страшитесь и не бойтесь их, Господь Бог ваш идет перед вами, Он будет сражаться за вас, как Он сделал с вами в Египте». Пред глазами вашими и в пустыне сей, где, как ты видел, Господь Бог твой носил тебя, как человек носит сына своего, на всем пути, которым вы проходили до пришествия вашего на сие место. Но при этом вы не поверили Господу Богу вашему, который шел пред вами путем искать
вам места, где остановиться вам ночью в огне, чтобы указать вам дорогу, по которой идти днем в облаке». Итак, интересная глава. То есть Моисей, да, Моше, он именно проповедовал или рассказывал, да, о том, что, ну, что происходило. Вот. И это буквально перед тем, как они должны были... Когда он говорил, они расположились в земле Моавитской и готовы были войти в Ханаан и вступить в войну с хананеями. Буквально это уже перед тем, как они должны были вступить в войну, Моше им рассказывает те события, которые произошли. Но что интересно, он не говорит о стратегии боя. И здесь речь не касается о войне. Хотя они должны войти, да, но здесь не касается речи о войне, как вести бой, стратегию, планы и так далее. Но Моисей, он говорил о важном, он говорил о долге перед Богом. И как вы думаете, какой долг перед Богом у народа Божьего, у нас с вами? Вы правильно мыслите, вы очень правильно мыслите. Долг перед Богом – это хранить заповеди и веру в то, что обещал Бог. И это самое главное, и это было главным оружием им, их победы. Он не говорил им, что им нужно там готово, хотя и воевать тоже нужно. Хотя и идти тоже нужно. Но здесь он больше он говорил о самом главном – это вера в Бога и храня заповеди. И когда народ Божий будет так поступать, тогда Господь обеспечит им завоевание земли, и их религия или отношение с Богом будет наилучшей стратегией боя. Так бывает и в нашей жизни. У каждого из нас есть свои полчища, ну правда ли? Каждый из нас, он сражается, каждый из нас, он что хочет войти в что-то новое. И часто мы сражаемся своими силами, своими какими-то навыками и так далее. Вот. И у каждого из нас есть какие-то свои враги. Ну, например, нехватка денег. Ну, есть такое? Или у всех все хватает? Да, и мы пытаемся как-то их заработать честным трудом, пытаемся, чем больше, да, чем больше часов мы будем работать, чем больше мы будем зарабатывать. Но в итоге получается, чем больше мы работаем, мы ослабеваем, и в итоге, хотя работать нужно. Второй момент, ну, проблемы по работе тоже. Бывает такое, да, проблемы, ну, в работе? Какие-то несостыковки, что-то не слаживается, нет покупателей и так далее. И мы тоже пытаемся как-то своими силами что-то сделать. Проблемы в служении, какие-то духовные атаки. И мы все пытаемся это преодолеть. Но эта глава, она говорит о важных вещах. Она говорит о том, что главное оружие, как я уже говорил, это хранить заповеди и веру в то, что Бог обещал. Это главное оружие. Когда мы будем так делать, то я верю, что Бог, Он будет разрешать те проблемы, которые на нашем пути. И мы пытаемся со всем этим сражаться, вместо того, чтобы остановиться и сказать: «Боже, я ничего не могу». И просто сдастся Ему. Приводя в пример, да, мы... шабатную проповедь, прошлый шабат, очень сильно было слово. Наш Ребе, он говорил о молитве, и он говорил о том, помните пример хороший, когда Моше, он стоял с поднятыми руками. Здесь есть Ваня? Все запомнили нашего Ваню? Что-то я не слышу его. Вот. И Иисус Навин, он побеждал в каких случаях? Когда были руки опущены или когда были руки подняты? И даже если они опускались, то были помощники, да, которые поднимали им руки. Когда руки были подняты, то приходила победа от Господа.
И это очень сильный, сильный пример, это очень важный пример, касается всей нашей жизни. И эта глава, она говорит действительно об отношении с Богом, об обновлении завета, о том, что самое главное, самое важное, мы должны служить, мы должны работать, мы должны идти, когда нужно, мы должны вступать, это когда нужно. Но самое главное, Моше, он не подготавливал их к войне, он говорил их о том, чтобы они обновляли свой завет с Богом. И хочу прочитать книгу Откровения, вторую главу. Книга Откровения, вторая глава, с первого стиха. Здесь такие слова. «Ангелу Эфесской церкви напиши, так говорит державший семь звезд десницы своей, ходящий посреди семи золотых светильников, знаю твои дела, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Но ты много переносил и имеешь терпение для имени моего, трудился и не изнемогал, но имею против тебя то, что ты оставил свою первую любовь». Господь, Он говорит о том, что Он одобряет, Он приветствует то, что мы делаем. Мы служим, мы терпим, мы преодолеваем какие-то трудности и препятствия, мы верны в чем-то. Это то, что Бог одобряет, и то, что Ему нравится. Но главное, Он говорит, да, такую маленькую, Он маленькую причину говорит. Он говорит, я имею против тебя то, что ты оставил свою первую любовь. И вот главное нам, как народу Божьему, как людям, которые верят в Иешуа Мессию, это иметь отношения с Богом, это сохранять ту первую любовь, это сохранять те отношения завета, которые Господь хочет, чтобы мы, это было с нами. Поэтому Моше, говоря в главе Торе, он именно об этом говорил. Вот. И для того, чтобы нам войти в что-то новое, это последняя книга Торы, потом после нее будет книга Иисуса Навина, там много войн. И перед тем, как нам войти в что-то новое, нам нужно успокоиться в Господе. Нам нужно услышать Его голос. Нам нужно приблизиться к Нему. Когда мы это сделаем, мы не побежим сразу, но мы прислушаемся к Его голосу, то я верю, что Бог даст нам победу. Бог даст нам победу в любом деле, в котором мы находимся. Поэтому пусть Бог благословит вас вступать в что-то новое и иметь с Ним отношения. Каждый год мы говорим о целях последующего года. И этот год для общины Орхамашиах, Бетель и других общин, которые в сотрудничестве, не являются исключением. Для нас следующий год – это послание к евреям, 11 глава, 1 стих. Этот стих все знают, где говорится о надежде, где говорится о вере. Я хочу зачитать вам его. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Ожидание. Как долго, когда это придет, мы не знаем. Но мы уверены в том, что это придет. И мы говорим о том, что еще невидимое станет явным здесь на земле. И наши ожидания в нашей вере, они будут приводить к большим переменам.